стране выздоровели и выписаны из больниц 70 468 пациентов, которые успешно побороли коронавирус. Зафиксированы свыше 71 тысячи человек с положительным результатом на COVID-19. Врачи провели порядка 1 532 тысяч тестов. Тем временем Минобразование разрабатывает программу удаленного обучения школьников на случай второй волны пандемии. Уже одобрены методички для каждого класса, теперь в ведомстве создают общую образовательную платформу. По словам международных экспертов, переход на дистанционные занятия негативно отражается и на усвоении программы, и на темпах обучения, но позволяет сберечь здоровье учащихся.